Всем привет, меня зовут Раиль. Сейчас хочу вам показать те реакции из чат-рулетки, которые не вошли в основной выпуск на моем канале Хижина Музыканта. Не забудьте обязательно посмотреть основной выпуск по ссылочке в описании, поставить лайки, написать любой комментарий. Я почитаю, пообщаемся. И приятного просмотра. Привет. Привет. Что делаете? Мы сидим, ищем каких-то глупых детей, чтобы над ними посмеяться. А, настроение себе так поднимаете? Да. А может, просто нет смысла здесь сидеть и искать, ну, типа, разговаривать с нормальными людьми, потому что я такой человек, потом не смогу закончить диалог. Ну да. Ну как бы нет смысла поднять настроение, можно еще и гитарой, поэтому я захожу сюда попеть. Вот такой вот челлендж. Вы называете любимого артиста, и я постараюсь петь. Если нет, то нет, как бы. Кого загадали? А ты знаешь прям всех? Ну, невозможно узнать всех. Ну что-то знаю. Давай, Джонни. А ты знаешь Джонни? Да. А вы много песен Джонни знаете? Да. Может, вот это понравится? С этой ночи начинается лето. Как же долго я ждал этого момента. Тепло на душе, тепло внутри, тепло в глазах. Я так хочу прижать тебя к себе, ничего не сказав. Только ты пари, облаками ты взлетай. Там вдали фонари горят и ты сияй. Говори до зари, слух мне о любви читай. И пари, ты мой счастливый рай. Только ты пари, ты... Это очень круто. Не коротко? Да не, нормально. Нормально? Узнали песню? Да, конечно. Ну, я раньше слушала, я прям вообще была фанаткой Джонни. Ну, а сейчас фанатка кого? А сейчас я слушаю, не знаю, может быть, ты не знаешь, Soda Love, там... Блин, заколебали. Че он так резко вылез, откуда ты? Я вообще не могу слушать такое. Но он классный. Чем классный? Песнями? Да, мне нравится его слушать. Типа рифмовка или что там, или голос. Ну вот мне, кстати, нравится его голос очень. Вот я сколько не слушала, мне нравятся его песни, мне нравятся, ну вот сами песни, как он пишет. Мне нравится, ну он не пишет, мне кажется. Привет. Привет. Том и Джерри? Откуда футболку взяла? Почему все обращают внимание на эту футболку? Ну потому что я не видел еще, и другие, наверное, тоже не видели. Но это мой любимый мультик, между прочим, в детстве. Да, клевый. Сейчас еще, кстати, фильм вышел «Том и Джерри». Смотрел? И что? Нет, не успел. Понравился? Ну, мне да. Ну там Хлоя Морец просто. Мне нравится Хлоя Морец. А у тебя есть любимые исполнители, кого ты слушаешь? Скрипта. Да. Скрипта. Нет. Давай скриптонит, это любовь. Давай. Ну, ты кавер могу. Поешь? А? Ну и каверы, и авторские у меня есть тоже. Прикольно. Еще одной темной ночью каждый твой вдох и каждый твой выдох кричит об одном. Еще одним холодным утром руки без слов кричат об одном. Это любовь. Это любовь. Слушай, очень клево. Ну, реально очень классно. У меня просто друг занимается, он тоже пишет музыку, пишет текст. И, ну, не то чтобы я там плюс-минус что-то разбираюсь, но вы очень клево поешь. У тебя прям голос очень классно стоит. А он что, выпускает официально треки? Ну, да. Угу. Ну, давай тогда авторскую тебе попробуй спеть. Давай, слушай, давай инстаграм сразу обменяемся, блин. Я подпишусь. Давай. У тебя там есть материал? Да, но там большинство, конечно, это не авторские. Я люблю каверы, на самом деле. Любишь каверы? Ну да. Тогда ты вообще там... В другом исполнении оно намного как-то интереснее звучит, мне кажется. Тогда ты вообще в точку попадешь. Тебе нравится лирика вообще? Я лиричные песни пишу. Да, нравится. Или ты любишь драйвовые? Не, мне нравится. Давай попробуй свою спеть, самую главную песню. Тогда. Давай. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я.
твоя вина. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, не твоя вина. Снова плачешь, не твоя вина. Очень клёво. Прям очень клёво. Да. А ты, ну, у тебя есть песня? Да, я ее тебе... выпустил. Я ее выпустил. Ну. Сейчас напишу тебе, как можно ее найти. Наверное, ВКонтакте, да? Или где будешь? Слушай, очень клёво. У тебя голос Спасибо. Очень клёвый, реально. Вот пытаюсь продвигать, типа, авторские песни. Сейчас. А то напелся уже каверы, знаешь, так. Угу. О, все, мы нашли. Да, ребята, я пишу авторские песни и буду рад, если вы их будете слушать, добавлять к себе в плейлист. Для этого заходите на любую музыкальную площадку, пишите Арслан латиницей и слушайте весь список моих авторских треков. Ну а если вы хотите научиться играть и петь на гитаре, как я, то в описании будет ссылочка на мои видеокурсы по гитаре и по вокалу. Переходите, учитесь, дерзайте. Хай. Привет. Как дела? Мы с тобой не видели здесь? А, нет, мы с тобой не видели здесь, но я знаю, где ты есть. Где я есть? Я подписана на тебя в ТикТоке. Почему только там? Ну, просто я особо больше нигде не сижу. А, прикольно. Пипец. Бывает такое. Ну, давай споем что-нибудь, хочешь? Конечно. Ты что спрашиваешь? А кого ты любишь слушать? Знаешь, группа порнофильма, и я так соскучился. Да, ничего себе. Дайте мне белые крылья, я утопаю в омуте. Через стены провода, небо только б не мучиться. Точкой маленькой я вернусь, и над твоим крохотным домиком разрыдаюсь косым дождем. Знаешь, я так соскучился. Знаешь, я так соскучился. Знаешь, я так соскучился. Блин, вообще круто. Классно, 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 да. Редко ее пою. Спасибо. Ты же не против, если тебя на видео вставлю? Нет, я тебя сейчас тоже снимаю. Я просто сам тоже песни пишу, но мне не получается как-то вот там продвинуться. Вот. Но у меня не такие, конечно, песни, у меня больше лирика. Могу вам кусочек спеть, кстати, своей Давай. Старой песни? Зайдет, не зайдет. Засыпаю в колыбели тишины, просыпаюсь в одиночестве один. Ты на все забила, о любви забыла. Hey, goodbye, I'm a lullaby. И пролетают тысячи комет мимо меня, меня будто нет. И тупы равнодушных миру лиц пролетят, мертвых птиц. Там горит закат, но тебе все равно, все равно. И не важно, что будет, подарю весь мир, но тебе все равно, все равно, все равно, кто любит. Эй, это равнодушие на холоде, как душа, холодном, как оружие. Выстрели в себя, это лучшее. Ну, типа того. Я считаю, тебе можно эту песню выпустить. Это реально классная песня. И вообще пойти на голос и Евровидение, и куда хочешь. Ну, Привет. Привет, ты на гитаре играешь? Угу. Сыграй что-нибудь. Назови любимого исполнителя. Может, сыграю конкретно. Мияги. Вау, класс. Давай, давай сыграем Мияги. Какую интересную песню только. Последнюю слышала? Какую? Патрон. Да.
Тут патрон в патроннике, ежели что. Головы рубили, зарабатывал вес. Тут каждый, кто бил, добивая, нашел личную выгоду и свой интерес. Накал пламенял, озарял города. Неминуемые ямы лыбу давила и хитна. Тут человек пропадал навсегда. В самом себя же не было видно. Круто. Нормально, да? Да. Спасибо. Знаю, что многие из вас любят рубрику «Баянист чат рулетки». Он выходит на моем основном канале, поэтому подпишитесь. Очень скоро выпущу, а также выпущу видео из Москвы, где мы с Ромой подходили к людям на улице. Чат-рулетка вживую, так сказать. Ну а если вам понравился данный выпуск, не скупитесь, ребята, я очень старался. Поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал. Я несколько дней записывал данный выпуск, это всегда сложно. Чат-рулетка сейчас превратилась в детский сад, тяжело найти взрослых, адекватных людей, тем более, которые тебя прослушают. Пишите новые идеи в комментариях и увидимся. Пока!